Альберт, у меня к вам вопрос. Вчера мы хорошо играли. Ну, неплохо. И все было так ярко, и мы были такие сильные, красивые, искренние, талантливые. Мне казалось, людям было очень важно то, что мы делаем. Нас как будто сразу узнал весь мир. И вот мы стоим вчетвером, и на нас такой свет сверху, и все будто кружится. У меня такие сны были ночью, даже сказать неловко. И мне раньше всегда казалось, что главное знать, что ты все сделал правильно, а что уж там другие скажут, это не важно. Ну, я ведь нечистолюбива. Но вчера это все как-то подействовало на меня, и я поняла, что, наверное, так должно быть. Вот взрослая ситуация, как тысячи человек смотрят, которые меня еще даже не знают. Вот эта энергия, эта волна, про которую говорят. И вот утро. Где мы? Кто мы? Вчера будто не было. Где те люди, которые хлопали нам? Они нас уже забыли. Сейчас получается так, что вчера мы лгали сами себе. И куда мы едем теперь такие злые? Зарабатывать деньги? Какая цель? Снова попытаться ощутить эту фальшивую радость? Это что тогда? Как наркотик? Алиса, а в чем, собственно, состоит вопрос? Олег, у вас нет воды? Ты поспи. В дороге лучше поспать. Утренние размышления жизни, они до добра не доводят. Олег, где правда? Нет правды на земле. Но правда нет и выше. Для меня так это ясно.